А мы переходим к следующему, бою. Весовая категория до 57 килограмм. Синий угол октагона. Приглашается спортсмен из Республики Беларусь, город Витебск, Антон Лайков. Здесь вам не равнина, здесь клима не дает. Идут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыва вогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыва вогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни делись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятые доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лет, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, в октагон приглашается его соперник. Красный угол. Спортсмен из Украины, город Тульчин. Александр Дедов. Тренируется в спортивном клубе Star Legend Team. Является чемпионом Республики Беларусь по рукопашному бою, чемпионом Беларуси по ММА, чемпионом Беларуси по грэплингу Антон Ларько! В красном углу боец из Украины, город Тульчин, представляет бойцовский клуб Гепард. Является финалистом чемпионата Украины по ММА среди молодежи Александр Деда! Национальной категории мастер спорта Константин Чебан, город Киев. Итак, поединок номер 5, вагова которой до 57 килограмм, Антон Ларьков, місто Вітебськ, Білорусь. Він в чорних шортах і в білих сірими вставками шортах. Це боєць з міста Тульчин, з України, Олександр Дєдов. Ну, як бачимо, в Вітебську не лише є слов'янський базар, відомий пісенний фестиваль, але є і бійці. І, до речі, як ви чули, Антон Ларьков є чемпіоном Білорусі по рукопашному бою, по ММА та по греплінгу. Ось, одразу. Перейшли хлопці до боротьби в партері. І ось білорус дуже так агресивно зараз налаштований. Правда, не вдається йому наносити серійний удар, скидує його суперник, але тим не менше захопив шию українця білоруса і зараз намагається, як то кажуть, гамселити. І ось захопив шию, і зараз тут дуже серйозна зараз ситуація для... І от все закінчилось дуже швидко. Ну,
я думаю, абсолютно правильным є рішення арбітра з Києва Чабана. А в цьому поєдинку молниеносную победу одержал спортсмен из синего угла Антон Ларько! Награждение проводит президент профессиональной лиги смешанных единоборств ММА про Украину Геннадий Анатольевич Мурашковский. Ну ось так бачимо, наш гість Білорусі дуже швидко впорався зі своїм опонентом з України. І, як на мене, тут десь несподіваним був такий результат. Буквально кілька десятків секунд знадобилось бійцю з Вітебська для того, щоб підтвердити своє реноме, що він не лише в себе в Білорусі може перемагати, а й на міжнародних змаганнях також. Ну і зараз. Президент Ліги ММА про Україну. Проводить нагородження переможців. Антон, можеш сказати пару слов о том, як тобі вдалося Геннадій Мурашковський такую быструю и уверенную победу? Ну, это спасибо моей команде, чтобы могли мне подготовиться к этому бою. Спасибо сопернику за бой. Передаю привет всем своим близким. Спасибо, скромный парень. Ну, бачимо, дуже скромно білорус оцінив свою перемогу, як то кажуть.